Miras community. Welcome to our Teachers' Day online assembly. Yes, it's unusual, but even being online, we would like to use this wonderful opportunity to congratulate our dear teachers with their professional holiday. Профессии прекрасней нет на свете. Источник знаний вы несете детям. И наш учитель – наш кумир, с которым мы познаем мир. И в этот день хотим вам обещать, что школьных лет приняв багаж, и мы сумеем передать свой труд, тепло сердец и поиска азарт. And we give the floor to the head of Miras International School of Nur-Sultan, Miss Yelena Mikhailovna Hamitova. My dear colleagues, I sincerely congratulate you with International Teachers' Day. It is really a wonderful day, full of kind and warm words from our students and graduates. Thank you for your hard work, enthusiasm, and professionalism. I wish you happiness, health, and success in everything. Мои уважаемые, мои любимые коллеги, сегодня замечательный день, День Учителя, наш с вами профессиональный праздник. Сегодня у нас с вами море замечательных, добрых, теплых поздравлений от наших учеников. Позвольте мне поздравить вас с этим днем, пожелать вам счастья, пожелать вам крепкого здоровья, всегда оставаться профессионалами, всегда оставаться на высоте, настоящими учителями международной школы Мирас. Вы – герои нашего времени. И я уверена, каждый наш ребенок, каждый наш ученик будет вспоминать вас с теплотой и добрыми словами. Счастья вам, коллеги! Last week, according to the established tradition, our school held student council president election, and we would like to present Daulet Kuat, the newly elected student council president. Good afternoon, dear Miras community.
Today I would like to tell thank you for everybody who voted for me last Friday. Now I became the president of student council. Thank you everybody. This year will be very productive and I will realize all the goals, the online and offline goals. My team also will be help with this. Дорогие учителя, я хочу поздравить вас с вашим профессиональным праздником. Это ваш праздник, это ваш день. Вы очень нам сильно помогаете в такое тяжелое время. Вы даете нам только самое лучшее. Пытайтесь научить нас много нового. Я желаю вам счастья, здоровья, чтобы вы продолжали проводить такие же интересные уроки для наших студентов. А мы будем, в свою очередь, радовать вас лучшими академическими результатами. Dear teachers, I want to congratulate you with your professional holiday. This holiday is your day. I wish you the happiness, health, and we will do our best academic results. And you will try to continue to do the best lessons for our students. Thank you very much. Dear teachers, please accept the following musical congratulation. Дорогим любимым педагогам, всем по окнам лежащим на земле, вы открыли к знаниям дорогу. Мы за это вас благодарим. Песенка «Умница». Thank you.
встрече. Когда, расставшись с милой сказкой, мы захотели в школьный дом, глаза, наполненные лаской, нам стали в школе маяком. Будет покой или гроза, с нами всегда ваши глаза. Добрые, добрые, добрые ваши глаза. Когда сбивались мы с дороги, идя всему наперекор, в глазах, наполненных тревогой, читали мы немой укор. Будет покой или гроза, с нами всегда ваши глаза, строгие, строгие, строгие ваши глаза.
слова прощания отзвучали, десятилетия позади, в глазах, наполненных печалью, боль расставания разгляди, будет покой или гроза, с нами всегда ваши глаза. Грустные, грустные, грустные ваши глаза. С нами всегда ваши глаза, добрые, строгие, грустные ваши глаза. I always love your class. Your teaching helps me see that to have a happy life, learning is a key. You understand your students. You are sensitive and smart. You are a skillful teacher. I knew it from the start. I'm grateful for your wisdom, for the teacher that you are. You're a very good person. And as a teacher, you're a star. Happy Teacher's Day! Thank you.
and from all the richest and so the richest one. Happy Teacher's Day! Today is your day, and we don't want to thank, we want to misbehave, nor pull a new prank. Thank you, skillful teacher, for teaching me to be a stronger, smarter person, academic. Thank you, favorite teacher, for acting like a friend and taking time to show me lessons hard to comprehend. Thank you for your care and lots of other stuff, for all the things you do. I can't thank you. Thank you, teacher, for helping us to learn what we need to know. We'll all remember you, no matter where we go. Teacher, it's like winter. While it's snowing hard outside, keeping students comfortable as a warm and helpful guide. Teacher, you do all these things with pleasing attitude. You are a teacher for all seasons and you have my gratitude. We tell you thanks and wish you good luck! Assembly is over. Thank you for your attention.